Іди кусать. І лається маму і папу. Вот Дуся ее, а это Світличка ее. Мама всегда готовит, а они всегда кусают. Меня зовут Женя, мне 11 лет. Меня Ника Вась, мне 8 лет. Его зовут Дима, ему 5 лет. Это детки из одной семьи. Они братики и сестричка. Были к нам определены, потому что родители лишили родительских прав. На сегодня детям очень нужна семья. Как я скучаю за дома, а бабушка здесь стала не писать. Диме решил помочь, да? Да? Угу. Надо, Дима, вот такую вот. Вот. Все обязательно тебе поможет сложить. Да, это мой родной братик. Да. И я, Наня. И ты родная, Сус, конечно. Я хочу стать политехником. А Дима хочет стать военным. Украину нас засосать. Я помогаю там воспитателям, нячкам. Дима там осе побалуется. Нет. Ника помогает всем. Стирать, мыть что-то там. Женя очень хороший помощник. Он просто очень хороший. Он так все аккуратно делает. Он вообще первый помощник всех воспитателей и помощников воспитателей. Он и за бельем на прачку сходит, и принесет, и отнесет, и с посудой поможет. Ну, просто. Я умею сам готовить, когда кого-то он нету. Он дома готовит и Эську, и Майку. Да, я научусь. Эську и Майку? Да. Да, тут мне научили коклеты, там суп рыбный. А его, я всегда его прошу добавку, он такой вкусный. Ну, на сегодня школа Жени и Ники нужна специализированная. А Дима, я думаю, сможет ходить в общеобразовательную школу. У Димы лучше всего получается с речью. У него речь очень хорошая. Ну ничего, Женя у нас выравнивается, и Ника выравнивается. Я думаю, со временем все может наладиться. Я хочу себе семью. Такая не пьет, не курит, только по праздникам там. Не бьют, что там никогда не солят. Играть со своими родителями, помогать там им, когда можно. Большой дом. Большой дом, где там плазма есть, приставка. Где-то могут нормальный телефон купить с наушниками. Я хочу черепах. А я полика. А Дима попугай. Два полика. А я хочу попугая. Мне хочется поехать домой, поскорее отсюда. Эти детки могут пойти и в приемную семью, и в детский дом семейного типа, и под опеку, и под усыновление. К ним просто нужно хорошо относиться и уделять им внимание.